Проектор портативный EU-NX2. Основной принцип, по которому работают все проекторы, это передача на экран с многократным увеличением изображения с оригинального носителя. На проекторе есть два USB-порта, в которые вы можете подключить клавиатуру, мышку, а также флешку, с которой можно демонстрировать фото или видеоконтент. В HDMI-вход можно подключать камеру, ноутбук, персональный компьютер и DVD-плеер. Есть аудио, выход мини-джек 3.5, вход для карт памяти. В данной модели присутствуют функции Wi-Fi и Bluetooth. Кнопки управления находятся на верхней панели проектора. С помощью штатива вы можете расположить проектор в удобном для вас положении. Пульт дистанционного управления имеет компактный дизайн, прорезиненные кнопки и поддерживает голосовое управление. Оперативная память 2 ГБ. Встроенный 4200 мАч аккумулятор позволяют использовать проектор на открытом воздухе без источника питания около 2,5 часа. Может заряжаться от Power Bank. Благодаря компактным размерам проектора, вы можете брать его в поездки, носить с собой, так как он не займет много места в сумке. Можете использовать его дома как кинотеатр, в машине с проекцией на потолок, в небольшом офисе и даже в палатке. Стоит в такой комплектации, кстати, максимальный – $203. Купить можно по ссылке в описании под видео.